Привет! Небольшой туториал о том, как работать со ссылками в Figma. Наши подопытные – это, собственно, текст и какая-то ссылочка. Ну что ж, давай я скопирую текст ссылки какой-то. И у меня есть несколько вариантов для того, чтобы создать из данного текста гиперссылку. Первый – я просто выбираю текст, и у меня вверху, здесь в тулбаре, появляется иконка. Я на нее кликаю и в открывшемся окне вставляю нашу ссылку. Enter, все, ссылка рабочая. И теперь стоит мне навести на текст с ссылкой, и я смогу перейти по данной ссылке. Обрати внимание, когда к тексту привязана ссылка, при наведении на этот текст он выглядит, скажем так, несколько странно для Фигмы. То есть, чтобы всем было понятно, что здесь у нас ссылка. Давай разберем второй пример работы со ссылками. Я снова копирую нашу ссылку. Теперь я просто выделяю текстовый блок и нажимаю комбинацию горячих клавиш Ctrl-K. Либо Command-K на Mac, соответственно, у меня снова появляется нужное мне окно, Ctrl-V, добавляю ссылку, все, ссылка готова. Обратите внимание, снова интересный эффект при наведении. Следующий способ еще более быстрый и практичный. Я копирую саму ссылку, выделяю текстовый блок и просто нажимаю Ctrl-V, и ссылка сразу же прикрепляется к данному тексту. Как быть, если к тексту уже прикреплена ссылка, а мне нужно прикрепить другую? Обратите внимание, к этому тексту уже прикреплена ссылка на официальный сайт Фигмы. Да, очень просто. Я снова копирую нужную мне ссылку. Здесь нажимаю Edit. И в открывшемся окне просто Ctrl-V. Все это делается очень просто. Смотрим. Ссылка поменялась. Таким же способом я могу избавиться от гиперссылки в тексте. Кликаю Edit и кликаю на соответствующую иконку. Все, никакой ссылки у данного текста больше нет. Как работают ссылки с компонентами? Давай я создам компонент из данного слоя, размножу его и добавлю ссылку для текста этого компонента. Ctrl-V, как ты видишь, у всех инстансов этого компонента добавляется точно та же самая ссылка. То есть здесь у нас ничего нового нет. Что мы меняем в компоненте, все эти изменения работают и с инстансами. Конечно же, при этом я вполне себе могу избавиться от гиперссылки в какой-то из копий компонента. Все это работает нормально. Ты, наверное, уже заметил, что при добавлении гиперссылки текст подчеркивается. Это происходит по дефолту. И ничего с этим сделать нельзя. Да нет, конечно же, можно. А к тексту, к которому применена ссылка, я могу точно так же применять различные стили, как цвета, так и стили текста. При этом ссылка наша никуда не девается. То есть текст у нас все так же остается покладистый, податливый и готовый к работе. Кстати, ссылочка из урока ведет на очень классный телеграм-канал о веб-дизайне и Фигме в частности. Это мой личный канал. Сюда я выкладываю ссылки на интересные популярные ресурсы, на полезные сервисы, а также на разные UI-киты и дизайн-системы. Ссылочка, конечно же, будет в описании. Заходи, подписывайся, не пожалеешь. А если пожалеешь, то всегда можешь отписаться. Вот еще несколько фишек работы с ссылками. Во-первых, мы можем добавлять ссылку не просто на какие-то сторонние ресурсы, вроде вот этого. Еще мы можем ссылаться на конкретные фреймы и страницы в нашей работе. Давай проверим, как это работает прямо сейчас. Для этого я создам новую страничку Page2, в которую размещу какой-то фрейм. Отлично. Теперь я правой кнопкой мыши кликаю на этой странице и копирую ссылку на эту страницу. Все, ссылка скопирована, которую я с удовольствием добавляю к этому тексту. Ctrl-V, все, ссылочка есть. И теперь при приходе по данной ссылке я попадаю на свою вторую страничку, конкретно на этот фрейм. Отлично. Теперь давай создадим несколько фреймов на второй странице. Есть готово, давай для интереса я их перекрашу в разные цвета. Готово, цвета есть. Как ты понимаешь, я могу взять ссылку на каждый из этих фреймов. Делается это очень просто. Опять же, правой клавишей, copy-paste, copy-link. Все, ссылка скопирована, возвращаюсь к своему тексту, Ctrl-V. И теперь эта ссылка должна вести меня на конкретный фрейм. Как ты видишь, здесь прямо указан адрес этого фрейма. Страничка 2, фрейм номер 3. Open-link, есть. Третий фрейм подсвечивается. Ну разве это не прекрасно? Еще небольшой лайфхак. Если ты работаешь из браузера, как я в данный момент, то при выборе конкретного фрейма ты можешь видеть, что в адресной строке у нас несколько меняется сам адрес. Соответственно, мы можем вытащить адрес конкретного фрейма прямо из адресной строки. Ctrl-C, возвращаюсь, выделяю текст, Ctrl-V, цепляю на него ссылку. Как ты видишь, теперь уже ссылка ведет на четвертый фрейм. Open link, все верно, наш серый фрейм открывается.
Для работы в приложении есть еще одна полезная фишка. Ты можешь вытащить ссылку конкретно на документ, просто кликнув правой клавишей и вот здесь выбрать вкладку «Скопировать ссылку». Эта ссылка будет вести туда же, куда будет вести и вот эта скопированная ссылка, которой, я уверен, ты уже привык делиться. Кстати, я перевел для тебя оригинальный файл с туториалами о том, как работать со ссылками в Figma от создателя этой самой Figma. А здесь все туториалы, все вопросы, вся игра переведена. И надеюсь, тебе будет полезно. Конечно же, ссылочка на этот файл будет в описании. На этом у меня все. Если тебе понравилось, ставь оценку этому видео. Переходи по ссылкам и подписывайся на канал. Пока!